самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition. 14 эпизод начинается, друзья. Всем привет! Меня зовут Сагиро Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Поехали! Мальчики и девочки, у меня есть видео «Братья Бури» или «Легион». Ссылочка внизу, потом обязательно посмотрите и оставьте ваше мнение. Спасибо. Хочу всем, всем огромное спасибо сказать за то, что вы проголосовали, и я оставил Деркитуса. Да, он будет меня сопровождать. Ладненько, друзья, я играю, не повышая уровень игру. Да, немножечко я накосячил, но я постараюсь полностью пройти игру, не повышая ее. Также играю без брони. Да, полностью без брони. Только тепло. 185. И я играю, друзья, на сложности в режиме выживания. Сложность новичок. Первый уровень. Короче, столько всего хочу вам рассказать. Столько... Опа, а кто это? Я не удивлюсь, если это редгардец. Я не знаю, мне в последнее время постоянно попадаются редгардцы. Серьезно. Это какой-то охотник. Редгардец. Давай, ступай, осторожно. С песиком. Видок у тебя какой-то потрепанный. Ты как, в порядке? Кстати, новая серия. По доказательствам, уже не за горами. Я, честно говоря, хотел ее выпустить через 2 месяца, но благодаря вам я выпущу еще несколько серий. Ой, господи, они бесконечные. И вы охренеете, друзья. И там будет очень много всего интересного. Поверьте. Ладненько, давайте посмотрим, что мне там за задание. Да, встреча с Алдуином. Первая встреча с Алдуином. Но я также хочу сейчас захватить квест. Ага, по-моему, это туда, а мне туда. Воу, 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 воу. Вот так вот. Кстати, нужно будет улучшить крик огонь. Да, я хочу все-таки завершить квест «Белый флакон». Я обещал, я сдержу обещание. Вторая половина активировалась его, и я хочу... Почему сейчас хочу его взять? Да потому что, по-моему, там нужно будет взять ингредиенты, и один из ингредиентов это как раз-то... Воу! Да вы сговорились! Теркиту стоит такой, издалека наблюдает. Нужно будет добыть нетающий снег. Да, как раз-то не тающий снег, и он все равно находится на глотке мира, и потом туда бежать, а я в любом случае туда сегодня буду бежать, и... А на выживание нет, быстрого перемещения, и все пешочком. Еще меня интересует, где моя черт-лошадь? Я надеюсь, она будет в городке, и нормально меня там будут ждать, потому что... как-то печально. Печалик, печалик, печалик. Друзья, столько всего... Столько всего собралось. Да, новая серия. Попроходим. Сегодня я собираюсь сразиться с Алдуином. Честно говоря, немножечко какаюсь. Побаиваюсь и... Ну, надеюсь, все будет хорошо. Очень, очень на это надеюсь, друзья. Хочу всем, всем огромное спасибо сказать, которые меня поддерживают. Хочу пожелать огромнейшего счастья тем, которые пишут на меня гадости в последнее время. Друзья, я же... В то время, как вы меня обзываете, желаю вам всего самого лучшего. Видимо, немножечко счастья вам не хватает. Я желаю, чтобы оно было всегда у вас чересчур много. Воу! Воу-воу-воу! Это ж Оричий перевал. Это ж та самая дубина! Единственная дубина. То есть сейчас вы можете, как обыкновенный сундук, попросить открыть Деркатуса, и он возьмет эту дубину. Но это, друзья, просто имба! Давайте, брать, не брать, брать, нет, не брать, не брать, не брать. Вы что? Деркитус уже имба на первом уровне. Если я возьму эту дубину, то мне вообще ничего не надо будет делать. Там, по-моему, 40, 60 или 40 на первом уровне, или 40, или 60 урона. Вы вообще представляете? И забрать ее невозможно. Да, забрать ее невозможно. Почему? Потому что она не высвечивается у него в инвентаре. А что-то предложить ему более мощное я просто не смогу на первом уровне. Таким образом, он будет постоянно бегать с этой дубиной. Это, друзья, это слишком имбово. Нет, нет, нет. Так, что-то холодно. Давайте, наверное, я возьму
Так. Вау! Вы видали, как они ловко увернулись? Красавчики. Это, конечно, их не спасло, но тем не менее, красавчики. О, я помню это место. Это концовка. Ой-ой-ой. А кто это там такой большой летает? Это что, Алдуин? Это Алдуин, друзья. Черт, он кого-то вызывает. Ну да, он же поднимает своих собратьев падших. Гад. Ладненько. В принципе, можно взять душу. Переплывать эту речушку мне как-то не хочется, потому что если есть снежиночка, она не самая холодная, но мне кажется, тут воды очень холодные. Ладненько, давайте попробуем. Воу! Воу! Не нужно было пробовать. Не нужно. Я подхватил обморожение. Отлично. Хотя вот теплее стало. Как сюда какой-то волк выбегает и пытается меня укусить. Да сколько вас? Во. Ну что ж. Давай сразимся. Я, кстати, вижу его хвост. Да, вон он торчит уже. Знаем, знаем, что он здесь. Ну что, Алдуин, я с тобой сегодня встречусь. Планирую. И надаю тебе лещей. Или наоборот. Вау. Гад. Лови огонек. Ага, по-моему, у него сопротивление, друзья. Где-то мой щит. Поехали. Давайте сохранимся. Ну что, дружок? Дружочек. Погнали. Давай. Угу. Нет. Ага. Геркитуса поджег, гад. Вау. Вау. Я застрял. Так. Ого. Вот это вот я зря сделал. По-моему, я немножко прокачал щит. А вот теперь ты никуда не денешься. Очень жалко, что нет добивания. Добивания руками драконов. Это было бы эпичненько. Винтурут. Винтурут. По-моему, друзья, не все драконы именные. Почему именно некоторые именные, а некоторые нет? Если что, напишите мне, кто знает. Винтурут. Потому что в Скайриме столько лора. Просто охренеть можно. Так, ну что ж. Душу мы поглотили, и мы немножечко устали. Проголодались. И давайте посмотрим эффекты. Ого, голос, усталость, холод и болезнь каменная подагра. Вы на 25% меньше эффективно используете холодное оружие. Ну, видимо... Ребята с Бефезды не думали, что будет такое нестандартное прохождение без оружия. Но все равно не будем долго ждать, потому что в режиме выживания болезни не просто такие слабенькие, они еще набирают форму. То есть у них есть стадии. Если вы не лечитесь, она потом станет еще сильнее, и бонусы будут все хуже, 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 хуже и хуже. Так что, в принципе, я уже придумал, как я сделаю. Я помолюсь Талосу. Он есть в Винхельме. Да, он есть там, потому что это ж Винхельм. В принципе, логично. Окей. Ладненько, если что, буду некоторые моменты перематывать. А это кто? Привет тебе, брат. У тебя усталый вид. Если... Мы знаем, кто это. У него мы возьмем бонусы, вкусняшечки, скуму и ни с кем не будем торговаться. Почему? Да потому что... О, я голоден. Голоден. Голоден, господи. Ну что ж, ладненько. Ладненько, голоден. Я, кстати, уже понабирал, сколько у меня уже 3 торговца попались. Не знаю, они просто часто попадаются на первом уровне. Но это ж классно. Это здорово. Они спаунятся. Спаунятся. Случайные встречи. Ого. Я как-то уже обмерз. Скорость у меня медленная. Да, это скорее всего из-за того, что холод. Черт, нужно факел включить.
Вот. Ладно, песики там кушают. Нормальненько. Винхельм. Черт, бах с факелом. Ты, короче, не можешь поворачивать. Бежишь чисто вот прямо. Хотя он постоянно бежит. Оу! Я словил бах, друзья! Зацените! Зацените бах! Который есть выживание. То есть, если вы бежите с факелом, ваша выносливость закончилась, вы все равно бежите. О боже, я обожаю Skyrim за этих чудных багов. Ну, давай, как говорится. Без выносливости, но зато с факелом. Может, факел его немножечко подпитывает, и мы можем бежать бесконечно. Ну, быстрее добегу. Быстрее все добегу. Знают, что мальчишка Аретина проводит какой-то ритуал, чтобы вас... Мальчишка Аретина. Всегда меня волновало, где черт он взял скелета и куски мяса. Вы мне скажите. Окей. Пришли. Ладненько. Давайте теперь самое главное возьмем квест. О, это прям чувствуется, как я медленно так бегу. Звать меня Нильс. Я повар в очереди. Ага, все, бах пропал. Видимо, как-то что-то там нажал. Ладненько. Потом разберусь и вам расскажу. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Привет. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Твое письмо. Ибо приятно слышать. Тебя трудно отыскать. Хорошо, что наши курьеры так настойчивы. Угу. Как ты думаешь, тебе под силу починить флакон? У меня есть пара идей. Нужны три ключевых элемента. Часть из них найти будет проще, чем другие. Снег? На вершине глотки мира лежит нетающий снег. Никакая жара не может расплавить его. Ой, я согрелся. Затем нам нужен бивень мамонта, истолченный в мелкий порошок. А, вспомнил. Только великаны умеют это делать. Вспомнил. Последний шаг самый сложный. Нам потребуется вересковое сердце одного из изгоев предела. Если ты добудешь для меня эти материалы, я смогу восстановить флакон. Отлично. Ладно. По мере важности, друзья, что мне нужно сделать? Сохранились? На! На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Тюрьму. А ты сообразительнее, чем кажешься. Нужно отсидеться, друзья. Оу, как тут тесно. Это какой-то карцер. Ладненько. Да. О, вот так вот, друзья. Нас там покормили немножечко. Подай, мы там отдохнули. И наши спеллы сбросились. Какая прелесть. Обожаю тюрьму. Как говорится, нашел выход. Потому что иногда все-таки что-то прокачиваю. И так вот получается, друзья. Теперь нужна постелька. 12 и еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот. Дома. Но постарайся ничего не сломать. О-о-о. Ладно. Вот. Только сейчас, друзья, я насытился. У вас не найдется лишнего. Ну что ж, друзья. А теперь к колдуину. Честно говоря, я как представлю сейчас, что мне нужно аж туда отправиться. Мне немножечко не по себе, ребята. Пешочечком, да, хардкорчик. Так, а моя лошадка там была? Да, моя лошадка тут, все отлично. Слава богу. Ты моя маленькая. Джудор. Вайтран. Залезай в повозку и отчаливай. Не волнуйся, немного о снега меня не остановит. Вот так вот, вездеход прям. Так, я сделал себя немножечко поменьше. Я, конечно, красавчик, но все должно быть в меру. Шучу. Ладненько, друзья. Ну что ж, ага, я ж, по-моему, там проголодал. Вот, отличненько. Ну что ж, друзья, погнали. Я сейчас рвану, знаете как? Ну, быстрее всего вот так вот будет. Ну, все равно это долгое путешествие, так что... Будет ускорение. Погнали. We'll be right back.
Класс. Друзья, Айварстед. Айварстед. Точнее, вот так вот правильно. Кстати, тут же у нас был квест. Давайте заберем свои денежки. Привет. Я рад видеть тебя снова. Ты мне задолжал. Тут еще подъемчик, да? Да. В общем, я очень признателен. Вот тебе в награду за труды. Сколько раз я тогда погиб. Да, все-таки я погибал. Еще раз спасибо и много раз. Ну что ж, давайте переночуем, потому что ночью как-то не очень хочется туда подниматься. Вот так вот. Да. Если... Дай мне... если тебе еще что-нибудь нужно. Отлично. Тут всего лишь аппетит, так что нормальненько. Где моя лошадка? И мы двинемся дальше в путь. Друзья, скоро! Алдуин. Привет. Ну что, друзья? Погнали. Погнали, погнали. Включаем ускорение. Друзья, ну что ж, давайте попробуем одну хитрость. Как на самом деле лошадки могут преодолеть вот эти вот неприступные места? Не знаю, чувствую сейчас, но я сохранился там. Обожаю Скорим за этого, черт! Да, не знаю почему, но может быть мы даже и не заберемся туда. А может быть и заберемся, друзья. Вы посмотрите, как лошадка... Воу, воу, воу! Просто я так подумал, там нам нужно будет пробраться через высокий Хродгар, а на лошади там не проберешься. Так что как-то печалька, и дальше как-то пешочком мне не хочется бежать. А на лошадке, я так смотрю, все так складно получается, и все эти легенды за лошади, что они действительно могут пробраться куда угодно, как угодно, на любую гору без проблем. По-моему, друзья, это чистая правда, и вы сами это видите. Я уже куда-то добрался, и неужели? Неужели я... Сейчас разобьюсь, наверное. Вот это вот будет неужели? Ну и куда я попал? Куда я добрался? Что это такое? Воу! Да, друзья! Так нифига себе, это уже завершающий этап! Обожаю баги Скайрима. Не, ну конечно, нужно все делать правильно, но представьте, там еще столько нужно было оббегать, а так вау! Раз и тут. Так, я уже вижу Партурнакса, и не хотелось бы мне, чтобы моя лошадка погибла, потому что в любом случае она рванет, наверное, драться. Черт, друзья! Первый уровень! Алдуин! Такого, наверное, еще никто не делал. Да, он у меня. Давайте, наверное, сейчас сразу, пока еще не обкаканный, возьмем снег, он тут, по-моему, да. Не тающий снег по белому флакону. Один ингредиент есть. Тебя ведет судьба. Коган Акатош. Сами кости тени. Вы посмотрите, что с моим факелом! Иди, исполни свое предназначение. Ну что, друзья, погнали! Древний свиток! Поехали! Не мешкай. Не пропустит этих слов. Так, теперь мы должны изучить крик. Кормлик! Время уходит!
Изучили, друзья. Изучили крик дракона бой. Изгоняем тебя! Кирки тут помогает. Изгоняя тебя изо всех концов! Почему я сейчас не мог с помощью свитка точно так же его изгнать? Объясните мне, пожалуйста. А может, потому что я не такой маг, как тот? Получилось. Возвращаемся. Ну что, друзья? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Драконобой. Сохраняемся. Факел. Щит. А, или щит, или факел. То что это одно? Я правильно дался, господи. Щит. Умри и жди своей участи. Поехали. Сохраняемся. Ты опоздал, Алдуин. О, господи. О, мамочки. Поехали! На! У-у-у! Наворачиваем! Наворачиваем! Что за фигня? Почему не работает крик? Что такое? Нельзя. Прикиньте. Я что-то вообще не понял. Почему? У меня же он перезагрузился. Черт! Воу, 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 нужно переключаться между факелами, иначе я просто замерзну. Давай, давай, мы его немножечко покромсали. Теперь главное не промазать. Щит. Поехали, поехали. Черт. Это Партурлакс, ты чё? Я вообще, что я говорю? Вот это жесть! Вот это вот жесть! Я Партурлаксов поймал! Кстати, сейчас он вызвал свою бурю. Если использовать чисто небо из секретик, то эта буря, по-моему, прекращается. Да? Да, друзья? Лайфхак маленький. А, твистер кэта. Так, драконобой. Видите, да, закончилось. О, черт. О, черт. Приземляйся. Так, я сейчас в перчатках борца, да? Да. Господи, с перепугу. Давай. Поехали. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. До конца! До конца! Давай! Давай! Не избуй, Довакин. Твоя сила велика. Но я Алдуин. Черт! Они вообще прекратятся? Сейчас меня привалит каким-то камушком. В силах убить меня здесь, и ты тоже. Тебе не справиться со мной. Я переживу вас. О, Деркитус его подвинул, вы видели? О, да, друзья. Наконец-то. Так, кто-то там звенит. Ну ладненько, мои дорогие, на этом все. На этом будем заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Обалдеть.